В Анапе похолодало. Напомню, что сегодня 21 сентября 2016 года. Мы идем с Машей в школу. Я несу Машин тяжеленный портфель. А Маша... Маша, брось, пожалуйста, эту палку. Маша, брось. А Маша в новом пальто, но, как всегда, хулиганит с какой-то палкой. Вот мы идем в школу сейчас. Как ощущения, Маша? Холодно. Холодно. Ну, в этом пальто как тебе? Тепло. Тепло? Да. Ну, хорошо. Купили нормальную вещь. Да. Один раз купили. Деревья еще зеленые, да, Маша? Да. Клены и вот это маклюры. Это не я была. Где? Это да ладно, все было. Нет. Маша, а маклюры падают? Нет? Почему-то мы маклюры не видим, чтоб валялись. Это Машина школа. Вон Елена Николаевна видна в окне. Да. Давай, Рубик. Привет, Саша. Что, ты побежала? Подключайся к партнерской программе AIR.